день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на Строй-Сити, там, где мы закупаемся материалами. Вот. И сейчас вот это наши заказчики, Алексей и Светлана, и мы вместе с ними будем покупать и выбирать материал, который будет в дальнейшем использоваться для напольных покрытий, двери и так далее. Сейчас что мы сделаем? Часть материала мы можем, конечно же, купить сразу, а часть материала мы будем сейчас просто проходя делать фотографии. И потом для того, чтобы безошибочно выбор материала пал по размерам, мы потом будем это все покупать уже дистанционно. Соответственно, у нас есть буквально несколько дней для того, чтобы заказчикам быстро сделать, помочь с выбором. Вот. И дальше мы будем уже отталкиваться. То есть мы еще, в принципе, даже не приступали к этим даже работам. То есть у нас, в принципе, еще даже нет договора. Но мы уже выбираем материал. Так что, ну, давайте, что, начнем сразу с плитки, да, и что нас это... Давайте пойдем сразу в магазин, в Керамов. Двери, да, у нас еще есть. Просто увидеть вообще то, что понравится. Вот, если мы понравится, все начнется с пола. Какая будет половая плитка, соответственно, она будет давать весь фон. А какая будет плитка, примерно мы выбираем двери, так как у нас дверь будет одна в санузел. Потом дальше мы будем выбирать плитку в санузел. Потому что, опять же, может быть, мы ту же половую плитку запустим в санузел, если найдем ее компаньон. Какой-то вот такой. То есть вот мы с кем-то тут бегали буквально позавчера, с Николаем и Любовью. Мы то же самое уже делали 3 дня назад. Я думаю, что там некуда, дежавю. Вот, мы уже там тоже все повыбирали, вот они тоже все пофотографировали, это в солнечном Дагомысе. Кстати, туда мы сегодня тоже, наверное, поедем еще поснимать. Вот, так что побежали, пока дождь кончился, побежали сразу в плитку, потому что она будет нам задавать Добрались, весь. Но еще не это, да? Какой вчера? Видео. Домой сразу? Попасть. А почему нет? Да, почему? Да, да. А мы вам сразу это. Реклама. Ну, можете сразу рассказать. О, знакомые все лица. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Так, а у вас еще только-только открылся он, да, салончик? Открылся, но ценников пока нет, но можем. Я понял. Ну, походите, посмотрите. Я понял, ну. А и столько тут. Похоже, да? Похоже? Или не она же? Нет. Нет, не она. Так, я предлагаю это просто. А теперь я понял, почему нас приглашали. Я должен был вчера сюда на презентацию прийти. Вот, но не успел. Стройка. Вот. Так что, может быть, мы, наверное, сходим сразу в Керамов туда. Да? Вот, пойдемте это, потому что сейчас здесь без ценников будет очень сложно. Блин, хороший салончик теперь будет. Да, вот это вот самое вот идеальное, потому что у нее поверхность, она так не грязнится. Так, а что у нас? Что у нас? Вот это, по-моему, то, что было. Нет, это слишком фактурное. Какая-то была эстима. Не, вы скажите мне, где эстима? Вот мы просто недавно постелили. Да? А мне просто недавно Юля, ну это, без меня просто сделали все покупки, как бы я это. Россия, Самара. Очень хорошо. Нам сейчас просто напольное покрытие надо искать. Кстати, это. Смотрите, Оленька, что я придумал сейчас. У нас теперь есть вот такой вот вариант. Вот это ваша плиточка. Так что можно это. И сейчас вот я в санузел. А, она не перематывается, да? Будем репост делать обязательно. Не, это я к тому, что как выглядит вот некоторые вещи, мы можем это. Я обычно Юльчику сбрасываю все эти дела. Вот. Не, достаются, да, конечно. Не сломаем? Нет, ее надо чуть-чуть вперед и на себя.
мрачная, Леш. Ты думаешь, что да, посветлее? Светлее надо. Все. Ага. Но только бы вот немножко вот эта вот ржана, она мне сейчас ржавчина. Ага. Я понял. Время. Так. Ну, мы сейчас как бы рассматриваем плитку 60 на 60, потому что она смотрится, по крайней мере, не мелко уже, вот. Поэтому, я не знаю как. Мне в любом случае надо какие-то критерии. Ну, пойдемте, знаете, у меня есть хороший эстима, хороший вариант еще плитки, которая будет так. Вот смотрите, вот варианты прям такие, вот они, ну, бюджетненькие. Так, если я сейчас найду, если я найду Эстиму, где живет Эстима? Так, я знаю, вот здесь точно были. Так, магнит, вот, это мои любимые. Ценник у них очень подходящий, и могу сказать, что вот эта фактура в грязном виде смотрится прям еще лучше, чем это. Они есть светлее и есть потемнее. Вот я и ту уже укладывал. Причем потемнее как-то на порядок дешевле. Нет, не на порядок. Нет. Но темнее, я думаю, что... Ну, она очень приятная, мы уже делали ее. И она потрогана. Она... Очень приятная, да. Пальцами. Вот, вот это еще светлее. То есть здесь, ну, качество этой плитки очень неплохое. И причем у нее еще, знаете, что у нее на концах легкое закругление типа фасочки такое. Вот, можно увидеть. Вот видите, она заканчивается неровным. То есть она как бы с этой, и швы будут чуть-чуть выделяться даже. Это украшает? Может, наоборот, неплохо. Да, вот я думаю, а мы вам это ссылочку кинем. А я смотрел уже. Тем более, тогда все проще. Да не в этом отношении. Да. Смотри, а ты не рассматриваешь вот такие вещи? Маленько нет. Нет? Могу сказать, вот, что если вы продольные вот такие плитки ищете, то цена-качество у них напрямую зависит, потому что они вот такие. И в разбежку их нельзя пускать, потому что она как плетеная корзина потом будет. Будете спотыкаться ходить. Так. Между делом там работаем и тут работаем. Так, Татьяна что-то мне прислала. Ну хочу будет. В чем сила? Сила? Сила в том, что если мы выберем сейчас идеальный вариант, и нам не стыдно будет потом показывать это все. И люди будут в восторге. Какую-то мы еще одну хотели с вами посветлее. Ту оставили на полу лежать. Как вариант? Я не знаю. Нет, это коричневая. Здесь нужно что-то такое вот. Это вообще не то. Да-да. Это вообще не то. Это уже что-то гладкое. Глянец. Не знаю, вот тоже какой-то. Вроде как серенький. Опять не попадаем. Не то. А вот это лучше. А вот это вот там. Ну да, это, пожалуй, пока самое лучшее. Хотя вот так вот. А если на пол? Они почти одинаковые, да? Ну, у этой конкретно серая. Ну да. Темнее. Синеватый он какой-то. Так можно и полы тогда белые сделать, тогда не париться вообще. Ну, у нас есть вот, вот такие вот оттенки, которые уже готовые, дешевые вообще. Ну, тогда. Но они, это, другого размера. Они 40 на 40, да. Я думал, может что-то сделать такое в таком плане. Ну, тут хороший был вариант.
Он не сильно, он и это, зато он будет хоть как-то отличаться, будет это. Что там, еще что-то есть? Его можно вот так положить, и он будет хорошо сочетаться с вашими декорами, если вот так положить. Чистый, идет? Нету. Ну, это. Есть у них 60-ка вот такая. Ну, что-то я не это, не вставляет. 60-ка. Так вот я смотрю по оттенкам, вроде и неплохо, но... Я все-таки вообще бы белое что-то на пол бы кинул, да и все. Вот как вот мы сделали в этом... вот как мы на кому сделали... Там весь пол один. Там вот он белый с прожилками и все, мы без этого. Мы примерно нашли прожилки, которые будут сочетаться с этим и все. И вот тот мрамор получается. Давайте я притащу ее. Давайте. Я помню, что около... Ну, это вот что-то вот такое у нас там и было. И она лежит во всей квартире. Да, она же и в санузле, она же везде лежит. Ну, да, похоже. Ну, как будто по ней прошлись. Есть такая. Да, нефиг делать, по ней ходили, может быть. Грязный мыть. Грязный, да. Она грязная или это что? Грязная. Это грязная, да? Да. То есть это не заложенный рисунок, вот это? Нет. Это просто грязная плитка. Ну, идем мерить ее или нет? Бе-бе. Лабиринтов тут наделали. Так. Например, ну действительно это. Ну да. По ней ходили. Ну после дождя может быть это. Так, Алексей Сергеевич. Вот мы еще и это. Вот. Это что? А вот. В принципе, это серая хорошая была. Это цвет. Вот она белая. Значит, эта серая лучше пошла бы, да? Как ты думаешь? Да, да, я держу. Мне так. Ну и все, и мне то. Все, я сфотографировал. Мне тоже та больше нравится, чем. Мы пользуемся только одним полотенцесушителем, это Сунерш, который стоит дорого, но на него и 10 лет гарантия сразу. Вот унитазы. Надо фотографировать тоже, что какое, то есть здесь сразу пробежаться можно. Потому что я вот, ну, чаще всего я рекомендую Цезаря брать. Вот, ну, Цезарь. Да он у нас, блин, на каждом этом. Я даже не знаю, есть ли он здесь. Сантек. По-моему, он такой недорогой, но он очень даже. А где? Где наша Юлечка? Не делась. Так, это. Нет. Потому что нормальная душкабина стоит, ну, порядка 30 тысяч, это 32, 27, 28. То есть, ну, стоит так нормально. Если нормально, она и будет стоить нормально, потому что я душкабины покупал и по 70 тысяч уже. Не, ну это естественно. Вот. Соответственно, и краны, это все в другом месте я уже буду это. Так что здесь я пока не вижу. Ну обычно мы вот брали вот Цезарь, но только я не вижу его. Он, короче, в чем у него это, в чем прикол? У него сразу это, круговой слив. Блин, вам надо было посмотреть на этом. Вот там стоит Цезарь. На кому? В принципе, везде. Там да. Сергей, вот, в этом полностью. Да, мы вам просто доверим. Я же говорю, он безободковая система. Все, и цена у него там 9500 с микролифтом, по-моему, даже. Поэтому я бы поклеил. А вот разница, но они... Не такие броские будут. Вон их вы уже идете? Вот это, да. Там просто один рулон, ну, который с Монахова не забрали. Я тоже уже. Ну, вообще приятно. Надо кожа. Вечером на цене будет смотреться. На стене будет смотреться хорошо. Они очень спокойные. Заберешь сейчас или потом? Давайте. Да крокодилу давно его нет? Нет. Ну вот. Да, молдинги, сочетание очень даже, но глянец, имейте в виду. И опять же вспоминаю Кудепсу, там тоже глянец. При всем, что везде мат. Да, и не очень плохо смотрится.
И очень неплохо смотрится. Да, это сопримечательность. Я помню там, что там для нас. Ясно. А вы белую ходили? Ну, с белой ванной. Не надо. И мне такое ощущение, что вот цвета такие, просится темная дверь, чтобы была темная. Я бы не сильно темную, я бы что-то как? Вот беж бы сделал какой-нибудь. Да, вот, вот, да, да. Одна же 60-ка, может, посмотри на нее. Просто у нас все вот в Таиланде, даже обои в таком тоне, понимаешь, и плитка такая же. Тогда лучше поменять входную дверь, обшивку, посмотреть, что-то подобрать по цвету. Ну да, неплохо будет. Она легкая, она в коридоре. Если ставочку делать. Я же говорю, у нас даже обои и те подходят сюда, даже под нее. Да. Вот у нас даже просто даже сами обои. Вот именно серый цвет. Пойдемте, потому что это не серый цвет. Да, я не рада, что это серо-бежево. Может быть, вам понравится. Приятный такой вот цвет. Такой. Мягенький, да, такой цвет? Да. Мы хотим глянец. Она вот... Не, она не будет глянцевая явно. Другая. Это специально такое, это что здесь не получится. Это 660 за комплект, это коробка, наличник и полотно стоит. Какую-нибудь красивую ручку графитовую поставить, будет неплохо. Блин, прикольно. Хороший объект. Она качественная. Это Москва делает, фабрика Задор, проверенная тоже. Ну, смотрите, здесь, я же говорю, здесь можно выбрать ну, все что угодно. Видите, вот и венги, и такие, здесь очень много. Именно это смотрите, хочешь, да. Мне хочется вот тут. Здесь можно открывать, и там будет еще одна дверь. Сергей, вы скажите, глянцевая дверь, Валя, как она себя ведет? Да никак, все как обычно. Там уже у вас вентиляция будет, вам все равно какая она будет. Просто Светлана хочет глянцевую дверь. Какой-то вот так. Мне какой-то вид легкий. Красивый. Посмотри, вот. Вот. Вот и глянцы. То есть можно найти нет, вот нет, такие нет, же, но только не книжкой. Это с той стороны, что ли, зайти? Тут то тоже глянец нет. Вот это красивая дверь, она подойдет потом. Ну что, выбираем эту? Ну вот вы открыли, мне сразу понравилось. Ну они есть такие же серые. Так она практически, она серая. Ну она серая, да. И потом поставите серую эту и все. Ставку. Да. На входную дверь. Да, такую же подобрать придумать. У них, да? Вот где мы были. Почему? Может быть и у ребят есть тоже, да. Посветлее. Ну кто однозначно надо будет менять? Кого? Накладку. Какую? На входную, однозначно, она не будет. Они будут вот именно так, как ты видишь. А они найдут такой цвет? Накладки? Здесь как в руке, которая ложится там. То есть ручку это не проблема выбрать, потому что ручки... Ее сама менять нужно, ручку, да никак. Скорее всего, ну... она должна быть... Темный. Нет, вот эти ручки, можно брать вот такого стального цвета, да, вот, да. Вот, сатин, хром вот такой, быть, и мы не прогадаем их однозначно. Да, потому что он этот хром, он здесь же присутствует. Вот да, такой. Да, я же говорю, здесь вот, можно либо такую брать, либо эту. А, ну вот, друзья, сегодня мы закончили беготню уже это застолье маленьким, попили чай, скушали тортик. Вот, подписали все-таки договор, вот, уже выбрали целую кучу материала, и нам остается только приступить к работе, а вы уже, наверное, будете смотреть и комментировать, как мы плохо выполняем свою работу, или наоборот, хорошо, шучу, конечно. Вот, так что мы сейчас прощаемся вот, с Алексеем и Светланой, они поедут уже отдыхать, в общем, миссию мы уже выполнили свою. Вот, все купили, вернее, не купили, а заказали, сделали фотографии, вот, что-то уже сделали для того, чтобы на чистовой, но мы еще даже не приступили к черновому. Вот, так что вот так вот, в принципе, работает Реалстрой. Вот, если что-то хотите добавить, может быть. Было очень приятно познакомиться с Сергеем. И внушает доверие, профессионализм, который не скрыть с первого дня общения. Помощь огромная в выборе материалов, потому что действительно сейчас все знают, что выбор стройматериалов такой огромный, мне можно заблудиться и в итоге прийти совсем не к тому, чего бы хотелось. Ну, я надеюсь, что это случай не наш,
потому что нас сейчас все устраивает, все нам нравится. Ну, им, в принципе, да, нам девочки помогали очень сильно, за что им тоже огромное спасибо. Это вот магазин Керамов, магазин «Войдите», где мы тут еще были-то. Мы даже, в принципе, уже обои нашли, которые очень красивые. Вот, так что, в принципе, ну, хорошо, знаешь, когда уже есть что искать. Вот, так что, ну, не знаю. Ну, благодаря Сергею мы не искали, а выбирали. Остается добавить, что оплата за работу Сергею мы еще не производили, хотя бы работа вот начнется на днях. Это будет постепенно, не сразу всей суммы, а именно будет постепенно. Мы уже даже в Сочи не будем, а будем присылать деньги. Здесь будет покупаться чистовой материал. Ну да, есть так, фотографии, можно, есть. Да, можно сказать, все начнется бесплатно для нас. Большой бонус. Хорошие слова. Ну, всего доброго. Комментируйте, присылайте, не знаю, какие-то, может быть, свои замечания, может быть, наоборот, какие-то пожелания. И всего доброго. Пока-пока. Всего доброго.